А сейчас перед нами Беатрис Игба, Бетти Игба, Нижний Новгород. Безусловно, очень необычная гимнастка и очень талантливая. Посмотрите, какие длинные ноги, и какая она легкая. Она просто как пушинка взлетает на прыжки. Училище Олимпийского резерва Нижегородского, работает с ним известный тренер Наталья Тишина, Татьяна Сергаева. Татьяна Сергаева говорит, что обычно она на площадке очень скованная, и вот, пожалуй, на первом